Честно говоря, в начале, перед тем, как стартовал курс, я очень сомневался, идти на него, не идти. Все-таки в нем 7 лет опыта, хорошая должность. Я думал, что я нормально уже знаю, умею, как я ошибался. Я поставил себе очень простую цель. Я решил, что за напряжение этой программы я буду ходить на собеседование на позиции PM. И моя цель была получить оффер к концу этой программы. Когда я пришел на первый модуль, я ожидал нечто, как на обычных курсах по программированию. Вот пришли, сели, открыли ноутбуки и начинаем применять то, что я вам говорю по диктовку. Оказалось, что все совсем не так. Я пришел на эти курсы с одной целью – выяснить, кто такой Project Manager и что он должен делать. К сожалению, цель была достигнута сразу же с первого занятия, а все остальное пошел бонус. Первое время мне было довольно легко, я много всего знала, мне как-то так интересно было, как оно все происходит. Ну, где-то, наверное, со второй половины так стало очень драйвово, очень много информации, которую я не знала. Моей целью прохождения данного курса было повысить свои профессиональные знания и навыки, а в итоге я получила гораздо больше. Мне он очень понравился, я его ждала 6 месяцев, поняла, что ждала не зря, это даже не скажу, что то, что я ожидала, это больше, чем я ожидала. Для меня открылось очень-очень много нового, что я вообще не представляла, что даже оно может быть. Знания, которые я приобрел, на самом деле, я нигде не встречал, несмотря на мой такой большой 10+ опыт работы в IT. Ни в книжках, ни от других людей, ни от других проектных менеджеров. И я был приятно впечатлен, вот, насколько много Алексей знает в этой области, вот, насколько он умеет подать эту информацию, насколько она связанная и целостная, и полезная. Программа построена таким образом, что каждое из занятий имеет четкую структуру и имеет очень жесткие и классные тайминги. Я уверен, что это все благодаря тому, что Алексей постоянно собирает обратную связь после каждого из занятий, где каждый из учащихся может что-то высказать. На самом деле программа мне помогла пересмотреть подходы к планированию, приоритизацию постановки задач. И действительно, это была очень крутая прокачка менеджерской компетенции. Разбирали интересные темы, интересные кейсы, играли в игры. Игры, кстати, очень хорошо показывают, как все работает в действительности на практике. Я могу сказать, что практически на каждом собеседовании, где я был, особенно с HappyMO или там, допустим, каким-то продвинутым менеджерами, те вопросы, которые мы задавали, это абсолютно то, что мы обсуждали в классе, и то, что Алексей давал в виде видения, в виде того, что проектный менеджер должен не только знать, а то, как он должен действовать. Именно его майндсет. То есть не те хард-скиллы, да, не то, что там треугольник по PMBOK, а именно те знания, которые вот должны применяться на практике. Это о людях, это о софт-скиллах, это о том, как мы действуем, какие решения мы должны принимать. Естественно, это должно быть эффективно. Я здесь получил хорошее видение для себя, как и в чем мне развиваться дальше. Это отличная программа для того, чтобы понять свои сильные и слабые стороны. Осознать больше глубину себя. Осознать глубину себя в проекции на мой близкий круг отношений и как бы тот, который касается работы и каких-то других сфер деятельности. Мой любимый модуль по мотивации. До этого времени я себе что-то напридумывал столько разного в этой теме, а все оказалось намного проще в итоге, и пришлось перепровести вантуваны со всей командой и перепоставить им цели, потому что вот все было неправильно. Курс целостный. Курс состоит из 12 модулей, и информация завязана одна на другую. Как снежный ком накатывается, становится большой, объемной и очень интересной. И те практические задания, которых очень-очень много в курсе, они дают не только теорию, они позволяют получить навык, практику, чтобы потом уже в жизни пойти и на своем реальном кейсе потренироваться и отработать, и решить какие-то свои вопросы, текущие, добиться именно того результата, который нужен человеку. На данный момент я чувствую себя гораздо увереннее. Те модули и те блоки, которые мы разбирали на программе, они практически в таком же порядке происходили на моей работе, и я когда приходил на работу и видел такое совпадение, я думал, блин, ну это нереально, ну как такое может быть?
Что понравилось, здесь было очень много практики, тех кейсов, которые наш мегаопытный лектор и практик Алексей за свои 15 лет опыта смог собрать, упаковать в такие классные практики и передать их нам. Почему я выбрала именно данный курс? Только в данной программе я увидела тот комплекс тем и знаний, которыми должен обладать руководитель. Мы много работали с группой, было много упражнений, было много того, что мы отрабатывали и старались применить сразу же после класса. Для меня это была действительно инвестиция в тот такой, скажем, драгоценный камень, который я сейчас буду отшлифовывать, пытаться огранить тем практическим применением тех знаний, которые я получила в программе. Очень большое количество информации, и по сути эта вся программа, это уже один большой огромный план на развитие, на дальнейшее развитие. И ты можешь идти по каждому модулю, ты можешь читать все книги, которые давал Алексей, смотреть все видео и так далее, вот, и развиваться самому. И что еще хорошо, Алексей дает отличные подключки вот через игру. То есть он не делает обучение сложным, каким-то скучным, каким-то навязчивым, он делает его интересным. Эти подходы и практики, которые давал нам Алексей, они очень сильно помогают экономить время и энергию, действительно эффективно достигать результатов. Как оказалось, этими скиллами должен обладать каждый из нас. И техлид должен уметь общаться с людьми, и архитектор, и бизнес-аналитик должен уметь общаться с клиентом. То есть, неважно кто он. Главное, что это очень полезно и очень расширяет рамки. Ваши рамки как специалиста. Поэтому желаю вам тоже посетить данный курс и получить такой же инсайт. Этот курс я могу порекомендовать всем своим знакомым. Я также советую всем ребятам, которые думают, которые сомневаются, не сомневайтесь, решайтесь и идите на программу. Если вы хотите быть хорошим и эффективным руководителем, то я, конечно же, рекомендую Алексея как чудесного тренера и школу Mindset PM. Собственно, оффер я получил буквально в четверг на этой неделе. И я считаю, что полностью цель выполнена, и она благодаря Алексею тем знаниям, которые он дает на этом курсе. Я очень рекомендую этот курс всем, кто только собирается стать PM или думает в этом направлении. Он однозначно поможет не только стать вам PM, но и развить вот эти навыки, которые будут применимы повсеместно на любой позиции и в жизни в целом. Огромное спасибо тебе, Алексей, за это. Курс однозначно всем рекомендую, и если будет еще курс, то с удовольствием буду посещать. Если бы я мог вернуться во времени на самый старт курса, я бы взял пакет подороже. И поэтому, если у вас сейчас есть мысли идти, не идти, то если важно все-таки, да, саморазвитие, если есть вот те какие-то рубежи, новые цели, то здесь однозначно надо идти. Надо идти, пробовать, и каждый найдешь курс. Я рекомендую этот курс. Я советую вам, идите на курсы к Алексею Егошину. Вы действительно получите очень много, и ваша жизнь.